Привет, друг. Сегодня я покажу тебе несколько полезных кулинарных лайфхаков, которыми сам пользуюсь каждый день. Лайфхак первый. Чтобы ускорить процесс чистки лука, просто разрежь его пополам, и ты очистишь его гораздо быстрее. Когда будете срезать хвостики лука, попробуйте поставить хвостик с усиками, ведь срезая его, мы высвобождаем те самые пары, которые заставляют нас плакать от него. А теперь нанесем вертикальные надрезы, немного не дорезая до хвостика, чтобы лучок не распадался. Теперь необходимо нанести несколько горизонтальных надрезов, также не доходя до хвостика, чтобы лук не развалился. Вот мы и подобрались к основной части. Режем. Видите, всего несколько дополнительных надрезов, а экономит кучу времени и ваших слез. Ну что, приступаем к чесноку. Вместо классической чистки чеснока, просто придави его ножом, и тогда чистить его станет намного проще. А как же измельчить чеснок максимально быстро? Просто повтори все то же самое, что ты делал с луком. На этом все, друзья. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо, что смотрите нас, а также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.